13 мая губернатор разрешил нам заниматься спортом. И сегодня в родном Коминтерновском районе я попробую это сделать. Подходим к спортивной площадке, и что мы видим? Все перевязано лентой, никаких спортивных сооружений, приспособлений нет. Так, а сейчас мы посмотрим, что же здесь есть во дворе. Может, во дворе есть спортивная площадка? Вместо спортивных площадок здесь мы видим клумбы разбиты. Это, конечно, красиво, хорошо, но спортивных сооружений также нет. Ни одного. Я парень не ленивый, попробую дойти до соседних дворов. Как мы видим, забито все машинами. Детская площадка присутствует, но турников и брусьев также нет. Все перегорожено заборами. И спортивных сооружений также нет. Дорогие чиновники, вы позволяете строить огромные человейники, при этом у них отсутствуют спортивные площадки, негде детям погулять, отсутствуют парковки. Почему так происходит?